Hello, my love. Hello, my love. It's my baby. Hi. Всем привет. Hi. Всем привет. Мы приехали с магазина. We just went to the store and we took the stuff out the bag this time. Yeah. Я все вытащила из пакета, чтобы вам показать, чтобы вы на меня больше не кричали. Хотя это была моя вина. Я понимаю. Okay, I'm gonna show them. Yeah, и нас ждет звонка. И я сейчас вам покажу, что мы сегодня потратили $78, но это все потому, что мы едем вот так вот покупать продукты где-то раз в 3 недели, раз в 4 недели. То есть где-то раз в месяц мы покупаем много продуктов, и потом я в течение месяца, чтобы нам уже не дергаться, готовлю. Что мы вообще сегодня купили? Вот здесь у меня один стол, и вот у меня вторая часть. Ну и здесь мои овощи, фрукты, которые я не стала вытаскивать пока что. Начну, в общем, вам отсюда тогда показывать, что тут у нас есть. Купили мы лосось. А здесь, я даже не знаю, сколько лосось, он стоил, по-моему, $5 за вот такие вот две полоски. Затем брокколи замороженное. Я люблю и замороженное, и свежее, потому что такая, в маленьких кусочках, ее удобно очень готовить. Затем называется рыба сваи. Такая вот рыбка. Затем картошечка. Инель такую очень любит картошку, когда мы еще готовим ее с всякими приправами. Очень вкусно. Здесь такой вот коктейль из морепродуктов. То есть тут кальмары, крабовые палочки, креветочки. Вот такое. Это стоит $3. Картошка стоила $1.50 за 2 килограмма. Здесь тоже сколько у нас? Почти килограмм. Сваи, брокколи. Это стоило тоже $5. Сыр Филадельфия натерт, такой, который намазываешь. Майонез. Майонез стоил $1.50. А сметанка. Такая вот сметана, макать чипсы или там просто что-то с чем-то ее есть. А такие вот нарезанные уже томатики, которые мне очень нравятся такими. Вот. Затем, что у меня тут еще есть? Бобы. Бобы. Или как они, фасоль, не знаю. Обжаренные бобы. Вот, что-то еще. Это у нас обычно эти кримеры для... Ну, добавляют сливки в кофе. Тоже они стоили что-то по $2 со скидкой. С купонами. Это тоже... В общем, я уже сказала, все вместе у нас было около $80. Кашицы, вот такие вот каши. Я очень люблю такие. То есть я когда готовлю обычную кашу, я обычно вот в эту... Потому что это маленькая порция, я в такую добавляю как бы еще дополнительные фрукты и добавляю обычную кашу. Не знаю, почему это мне так нравится. Но мне нравится просто, что у них уже тут как бы есть и сахарок, и все такое. Вот, здесь такие 4, по-моему, да, 4 различные вкуса. Здесь изюм, яблоко и орех грецкий. И здесь 3 вкуса. Корица, коричневый сахар. А? No. Корица, it's cinnamon. You knew that. И с яблоками. Затем, такие вот у меня уже в этих баночках свеклки. И есть уже натертая свекла. Вот такая вот. Что это еще? Еще бобы. Это опять это срирача. Всем очень понравилось название ее. Это такой чили соус, который очень острый. Вот. Но он не то чтобы очень острый, но на любителя. Это микс для наших блинчиков, которые Нелле очень нравятся, когда мы не готовим обычные, как блинчики такие, которые, знаете, сам готовишь. Вот, у Нелли любимый такой вот бренд, то есть это хорошо его иметь на руках. Вот такие вот зеленый горох стручковый. Здесь чили индюшечи. Тоже мне нравится такой, я в нее добавляю еще больше как бы обычного мяса, но мне нравится именно вкус уже, который готовый из консервной банки. Такое вот молоко купили, молоко без лактозы, потому что Инелю от такого молока лучше. Затем вот такой спрайт, смотрите, написано. А? I said, yeah, there's milk for you. And такой вот спрайт, лимитированная версия от... LeBron's mix. В общем, LeBron James, видимо, что-то сюда добавил. Не знаю, мы решили пробовать. Дальше мои вот эти вот упаковочки. Это микс для морепродуктов. Это для жареного риса. Это для овощей.
Это все такое, как бы, ну, азиатское, как бы китайская еда, чтобы было на вкус. И это для того, чтобы делать типа голубцы. Что тут еще такое? Вот у меня черный хлеб. Затем вот такой большой кусман говядины за $10. Сколько у нас за полкилограмма? No. Who? My parents? Yeah, they did. $6 за полкилограмма. Вот. Такое вот мяско для того, чтобы есть на завтраки, делать бутерброды. Затем, как это сказать, прокрученные мясорубки, мясо индейки. Такие вот куриные грудки. Чипсики. Острые чипсы от Cheetos. Ну и все, да, вроде. Да, вроде все. Здесь я потратила около, наверное, $12, 14, может, долларов на этом, на рынке. Я снимаю бананы, органические бананы, покупаю зеленые и не очень зеленые. То есть зеленые, чтобы они полежали у меня, сохранились. Затем что тут у нас? Салатик, брокколи, 2,5 килограмма лука, петрушечка, еще петрушка. Вот такая вот у меня капусточка, много-много свеклы. Потому что мы любим свеклу. И вроде все. Я еще хотела купить апельсинов, но что-то. Где мои апельсины? I can't find my oranges. I'll look. Вот. Я еще здесь 10 упаковочек бупешек. Они тоже, когда добавляешь всякими различными специями, которые специальные специи, вот очень вкусно получается. Сейчас буду искать свои апельсины, потому что я их не вижу. Oh no, I found them right here. Да, вот они мои менюльчики. Вот. А? I know, I was like, he already was not the nicest person. В общем, мы пошли тогда уже готовить себе обед. Сейчас у нас уже почти 3 часа. Будем что-нибудь кушать, расслабляться, ничего не делать сегодня, потому что завтра нам на работу, и завтра на работу, и потом еще все время на работу. И у нас уже почти Пасха. Пасха когда у нас? В воскресенье? I know, that's my baby love. Да, мы пошли. We going to cook something, I guess. Some lunch. We still have those noodles. Can we go? I want to go see if we take photos at that park. Hungry? Hungry? No. I'm hungry. Okay. Пошла готовить. Готовить. Все. Всем пока. Всему хорошего дня. Удачи. Хорошего настроения. И у нас, смотрите, какая красота. Вчера, помните, был снег. Сегодня уже вот такое. No snow. Это еще вчера растаяло. Где-то, наверное, через часика 3 после того, как я вам показала весь этот снег, у нас уже все растаяло, потому что погода... Погода все-таки уже тепленькая. Мы кормили сегодня белок, но они что-то разбушевались совсем. Что вам еще рассказать? Наверное, все. Выйдите, спите. Или гуляйте. Или хорошего вам дня, или ночи, или утра. Хорошей учебы, работы. Все, мы увидимся с вами позже. Alright, все, увидимся с вами позже. Пока. Пока.